Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам» и я, ее ведущая, Галина Топилина. 70% людей время от времени чувствуют себя обманщиками, недостойными ни должности, которую занимают, ни хорошего отношения, ни похвалы. Еще им кажется, что успех в их жизни случается только благодаря удаче, а не собственным навыкам. Сегодня поговорим с психологом о синдроме самозванца. Как избавиться от навязчивых мыслей о никчемности, научиться признавать свой успех и прощать себе ошибки. В гостях у нас психолог Елена Яшина. Елена Закировна, здравствуйте. Здравствуйте. Я в двух словах уже сказала, что такое синдром самозванца. Ну, что-то мне подсказывает, это вершина айсберга. Нет, так и есть, вы правильно говорите, это сомнение в собственной компетентности. И когда человек думает, что его должны разоблачить, что он зря находится на этом профессиональном месте, и, конечно же, этого недостоин. Да, это так. То есть это синдром самозванца, или, как его называют, феномен самозванца. Паулин Кланс начала это исследование. Кстати, начала она его с женщин, потому что в 70-е годы, еще прошлого столетия, исследования по феномену самозванца начали именно, думая, что он есть у женщин, но потому что женщины вступили в социальную жизнь активно за рубежом. Кстати, в России они были уже давно в этом, но тем не менее. В это время было видно, что женщины как будто бы отказываются от своих достижений, как будто бы сомневаются в них. И сначала это начали исследовать на женщинах, но потом увидели, что, оказывается, у мужчин точно так же присутствует совершенно этот синдром. Но это социальный все равно в большей степени, социально-психологический такой эффект, который связан все равно с социальной жизнью человека, хотя, безусловно, там причины внутренние, внутриличностные. Да, это состоит из тех ровно частей, о которых вы сказали. Это как в данном случае человек, в данном случае с одной стороны, ему кажется, что незнание гораздо больше, чем знание. Во-вторых, конечно же, он сомневается в том, что он вот тот самый человек, который вот это все, знаете, способен. А третье – это, конечно, ожидание от других людей негатива. То есть вот этот вот страх того, что его разоблачат и что неверно оценят, даже если он будет компетентен. Кстати, у женщин более выражен вот этот страх, что другие люди, они этого не увидят. Не смогут оценить. Но это отчасти правда является, потому что стереотипы в отношении женщин сильнее были. По крайней мере, сейчас я, кстати, смотрю все меньше и меньше. Проводила мастер-класс на тему «Женщина и мужчина в зеркале небытовой психологии». И была удивлена даже вопросом, когда там мужчина говорит руководителю, он говорит, вы знаете, мне иногда там говорят, что я с женщиной-руководителем работать не хочу. Я, честно говоря, давненько этого не слышала уже, лет 5 как точно. Вот, но, оказывается, это еще есть. Поэтому, с одной стороны, синдром самозванца имеет некоторые основания. То есть он в некоторых социальных стереотипах по отношению к отдельным группам. И когда эти отдельные группы так себя ведут, то это понятно. Ну, например, я могу предположить, что когда-то не доверяли молодежи, там потом женщинам, сейчас, наверное, каким-то людям, представители каких-то профессий и так далее. Так это и есть. Вот. Меня насторожила одна мысль. Один человек, страдающий вот этим синдромом, он сказал, говорит, вы знаете, я считаю, что сейчас надо быть осторожнее умным людям, потому что народ потупил, и нам надо быть аккуратнее, нас могут просто не понять, и поэтому просто мы кажемся людям менее компетентными. Отчасти он прав. И это правда так. Может быть, и синдром самозванца я бы связал с одним известным эффектом, эффектом Даннинга-Крюгера, может быть, известным. Эффект Даннинга-Крюгера говорит о том, что люди некомпетентные чаще проявляются в социуме, не зная своей некомпетентности. И они часто даже больше зарабатывают и часто более громкие, что ли, более проявленные. А люди компетентные сомневаются в своей компетентности. Но мы это знаем. Кстати, все выражения древних, они об этом. Там Сократ о том, что я знаю, что ничего не знаю и так далее. Вот, то есть это тоже такой интересный такой феномен. А эти люди, они выезжают на уверенности на какой-то? А на незнании. На тупости и незнании. Ну и уверенности в себе. Ну вот она отсюда такой и появляется, уверенность. То есть причина самоуверенности, она исключительно в данном случае кроется в том, что человек не понимает, что он не знает. Вообще супер самоуверенность, вы знаете, такого рода, когда это не прожито, да, то одно дело уверенность, да, в каких-то истинах.
а другое дело самоуверенность. Но мы даже видим зачастую, вот человек, который самоуверен, он же не сомневается, он же, например, даже категорично заявляет, вот это вот там просто ложь, и все, да, вот, например, так с выражением говорит, ты уже понимаешь, что человек не разбирается в вопросе, с ним даже дальше продолжать разговор нечего, как говорит, не спорь с дураком. Вот. Он себя задавит своей некомпетентностью, аргументацией. Сначала опустит до своего уровня, потом задавит опытом. Совершенно любимая моя цитата. Вот, да. Ну, это правда. Но здесь как бы я с печалью об этом думаю, потому что дураками людей в принципе как бы вроде не считаю. Но некоторые действительно люди есть в зоне некомпетентности. Причем это касается нас всех, кстати. То есть тоже хотел так спустить нас тоже с небес там на землю грешную. Тут, знаете, тоже мы же тоже вот в разных направлениях бываем как компетентными, так и некомпетентными. Ну, например, там каждый в своей профессии, мы компетентны, и, например, там мы сомневаемся. А зайди в зону некомпетентности, там мы такие самоуверенные, понимаете, нам там все известно. Я помню, как в свое время, я испытываю даже сейчас вину, например, перед журналистами некоторые, когда в свое время не считала эту профессию. Я говорю, подумаешь, там ерунда какая. Когда сама столкнулась с этим в деятельности позже уже, и в пиар-деятельности, просто стала ближе общаться, я поняла, что это профессия-то еще какая, то есть такая творческая. И сложные, и интеллектуальные, и так далее. Но, или, например, там бывает так, что у человека дар. Такое тоже ведь бывает. Вот он одарен в чем-то, он начинает обесценивать деятельность. Но это чаще говорит о чем? О том, что он... Скажете, ну как, это же тоже бывает? Вот талант, да, например, вот талант. Он что, тоже обесценивает? Да, потому что он не понимает всей сложности профессиональной. Вот, то есть, и он начинает обесценивать других людей в этом плане. Ну, вот тоже признаюсь, я, например, всегда хорошо преподавала, но это как-то мое свойство такое. Я этому не училась, я просто это делаю, ну, очень хорошо. Вот, и в какое-то время, например, просто обесценивала своих коллег, преподавателей, говорила, болтать не работать. Надо на практике сначала отработать, а рассказать каждый сможет. И потом уже как-то вот как, по мере выращивания компетенции в этой сфере, в психологической, в пиар-деятельности, я просто увидела другое, что человек, когда что-то изучает и нарабатывает, он как бы профессиональные вещи видит лучше, и он лучше может оценить эту компетентность, понимаете? И в этом смысле действительно, например, люди, которые не одаренностью это берут, а, например, осваивают это там поэтапно как-то, они, правда, более компетентны. Ну, это правда. Ну, то есть в плане компетентности они выше. Как ни странно. Ну, как говорят там, например, что научить плавать могут не рыбы, а тренеры. То есть, если ты как рыба в воде находишься в этом, то ты тоже находишься, как ни странно, в зоне некомпетентности. Потому что ты не можешь объяснить, как. Что же правда? А откуда берется этот синдром самозванца человека? Смотрите, во-первых, как только вы становитесь, ну, опять же, присущи более компетентным людям, ну, во-первых, конечно, это неуверенность в себе. То есть это, конечно, определенные особенности «я», человек, то есть когда он не видит свои ценности. Хочется, конечно, сейчас известный шаблон использовать, что из детства, да, конечно, но тут не всегда, например, детские травмы, они связаны вот с синдромом самозванца. Наоборот, есть люди, которые очень даже опираются, наоборот, на свою значимость и, наоборот, сразу себе присваивают какие-то вещи. Но да, некоторые травмы с этим связаны. Это может быть связано с социальной оценкой. То есть, когда они получают сигнал, что нет, не трогай. Ну, вот, например, как там девочки те же, там тебе там успех не нужен. Вот одна женщина рассказывала, она говорит, я долгое время не понимала, что, оказывается, успех, ну, он распространяется на женщин тоже, что нам тоже дают награды. Ее так воспитали в семье, ну, в семье в том числе. И потом она такие знаки получала там от людей. Там от священника там, и так далее. Как, не болезненно мне говорить об этом. То есть, когда у нее формировали буквально такой вот путь. Но тут видите, как формировали. Мы сами же получаем именно эти данные. Когда ей говорили о хорошем, она не верила. Следующий момент – это когда человек зациклен на внешней оценке. То есть, для него он не стоит на своих ногах собственного «я», а ему он очень подвержен внешним вот этим факторам. Это да. Поэтому, кстати, обычно я говорю, что, конечно, надо у себя формировать вот такую устойчивость обязательно. Человек, который ориентирован только на внешнее, он не обретет плюсов. Ну и третье, конечно, это все-таки компетентность, как ни странно. Это потому что человек понимает объем незнания. То есть, ну это правда, чем больше он узнает, тем больше степени он это понимает. Тут, конечно, то есть всегда возникает вопрос, что с этим делать, правда же? Да.
Вот, простите, что знаю, не задаю вопрос. Мне кажется, он логично. Как справиться с этим? Вот. Мне кажется, первое – это осознать пользу от своей деятельности. То есть не пытаться думать, что это важно только вам. Ну, то есть, когда человек там, ой, там, ну, я же для себя делаю. Ну, то есть, если у вас есть вот это вот особенности личности, при которых вы не до конца считаете себя значимым, ну, то есть, подумайте о том, что это важно для социума. Не для людей, вы скажете, здесь опять же мы поворачиваемся к людям. Не они могут осознавать эту ценность. Они могут сейчас не осознать. Но для социума вы несете важную функцию. У вас миссия есть. И вот это признать, во-первых. А во-вторых, все-таки оцените, признать мастерство. Кстати, здесь почему прям, ну, я в деятельности отдельно этим занимаюсь, прям признание собственного мастерства. Это очень такая важная, на мой взгляд, история. То есть, когда вы просто, ну, например, понимаете, что признание мастерства – это и есть то самое, что позволяет вам уважать себя и людей, кстати. Вот поразительно, но синдром самозванца связан также и с каким-то недоверием к людям, очень сильным, кстати. Это тоже не такая простая история, она неоднозначная. Потому что в этой ситуации что получается? Мы, например, мы не доверяем себе, да, то есть мы не доверяем тому, что мы делаем. В то же время получается, что когда, ну, предположим, представьте, что себе не доверяет очень компетентный человек. То есть он мастер там и прочее, но при этом ему кажется, что все, что он делает, обычно. И это может делать любой человек. И тогда в определенный момент такие профессионалы говорят, ой, что-то меня вот окружают не такие уж компетентные тоже, что-то я смотрю, люди вокруг, наверное, меня-то ничего не понимают. Я говорю, может быть, вы и суперпрофессионал. То есть когда ты понимаешь, что ты мастер, ты вдруг понимаешь, что то, что ты делаешь, это правда сложно. Это правда круто. И тогда ты как-то адекватнее становишься. То есть вот в адекватной оценке себя есть очень много пользы и уважения к профессии в том числе. Потому что когда человек вот этого не понимает, тоже замечали же это наверняка любому профессионалу хорошему, кажется, что все, что он делает, умеет каждый. На определенном этапе. Вообще, вот некая толика вот этого вот такого ощущения самозванства, оно присуще всем профессионалам. Это стадии, через которые мы проходим в то же время, если это не патологически имеет свойства. Если это совершенно патологично, то, конечно, понятно, что с этим надо разбираться. В том числе на уровне там профессионалов, психологов, понятно, что решать какие-то внутриличностные конфликты, и там, скорее всего, столкновение, да, определенных вещей, ценностей зачастую. Но бывает так, что мы, правда, как определенном этапе. Нам еще кажется, что мы не освоили, а мы уже освоили. И бывает так, вот приглашают человека, у меня так часто бывает с лекторами, так как бизнес-школа, и человек приходит и говорит, ну, Елена Закировна, о чем я могу рассказать? Я говорю, действительно, о вас говорят, как о великолепном профессионале все. Мы вас видим, и о чем вам действительно рассказывать? И человек приходит и удивляется, говорит, мне кажется, я говорю, обычные вещи. Обычные, что же люди не понимают? Не понимают, потому что не профессионал. И наоборот, бывает, человек заявляется и говорит, я вообще суперпрофи. Там, возьмите, заходит, говорит банальности, потому что сам находится на первоначальной стадии освоения. Считает себя суперзвездой. Есть такое? А вот, кстати, про суперзвезду. Мы же с вами говорили в программе про звездную болезнь. Это, да, получается, на одной стороне звездная болезнь, а на другой, да, на другом конце синдром. Ну, смотрите, не все так просто. Потому что зачастую звезда тоже, как ни странно, испытывает этот комплекс самозванца. Ну, например, почему она закатывает скандал? Например, закатывает скандал о том, что ее недооценивают. Потому что сама не уверена. Ну, зачастую бессознательно, не уверена в том, что делает. Потому что воспринимает любое поползновение такое негативное в свою сторону как угрозу. Это же тоже ощущение самозванства. По сути ведь дело, человек, который признает свое мастерство, он в нем уверен. Там даже такая харизма профессионал такая просыпается. Это же видно, вот иногда человек так умело все делает, он даже не говорит ничего. Он же зачастую там не рассказывает сказки, какой он звезда. Кстати, заметили, что вообще самые такие обширные визитки академик всех академий там и прочее обычно бывают у людей поддельных. Ну, то есть, там, ну, настоящий академик там, Академии наук, он не будет писать 500 там регалий. Обычно это пишут люди, неудовлетворенные своим положением, как минимум. И люди, которые, с одной стороны, имеют звездную болезнь, с другой боятся, что их свергнут. Зачем им писать? Придумать академии. У нас уже много таких придуманных академий. Все про них знают. Зачастую человек, который профессионал, у него там просто написано там «сапожник». Ну, я знаю такого человека, он там делает эксклюзивную обувь прекрасную. Он прям себе «сапожник».
человек, то есть в этом, ну, действительно, а кто он еще? То есть, когда вот даже меня там спрашивают, я думаю, ну, все равно же профессию обозначаешь, а не там кучу мест, которые ты там занимаешь. Ну, мне кажется, вообще, человек, который мастерство признает, он связывает себя не с регалиями. Потому что мастерство само по себе важно. Ну, для меня это способ различить. То есть это страх, ну а зачем еще отгораживаться там массой всего? И сразу намек на то, что человек уязвим, кстати. Вот, наверное, даже замечали, что вот, критикуют всех, это нормально и понятно, к этому надо быть готовым. Кстати, люди, настоящие мастера с синдромом самозванца, зачастую этого боятся, они боятся высовываться там и говорят, что ну как же вот публичность, например, сразу там меня окунет в хейтинг и так далее. Это правда, такое может быть, а может и не быть, но с другой стороны, это даст вам трибуну, даст возможность рассказать о себе. И, может быть, вы увидите, что вы не такой уж плохой. Есть такая синдром самозванца похож на вот этот вот эффект гадкого утенка, да, когда он там думает, что он там совершенно непригоден, и вдруг оказывается, что это мастер, который нужен всем. Вот этот вот момент есть. И там есть такой эффект слепого пятна, когда человек как бы не понимает и не видит своих заслуг. Вот это самая такая обидная история. И уже человеку все говорят, выталкивают его. Говорит, иди, выступай, например, иди, говори. Говорит, надо мне еще подготовиться, я не готов. А это не может быть таким ходом, чтобы получить Нет. признание? Чтобы... Ну, там про бессознательные мотивы, там долго разбираться, возможно, да. Если говорить об осознанных вещах, то, конечно, в данном случае нет. И, кстати, мне очень не нравится понятие там так называемой вторичной выгоды, но сейчас здесь используют, подразумевая, как будто бы, что человек понимает. Кстати, в России зачастую мы слабо понимаем, что человек просто не осознает этого. Он может быть, это кажется странно, но он может этого правда не осознавать, что он великолепен. Ну, это да, вот патологичные свойства, да, такие бывают. Боремся с этим, отвозим к психологам. Зачастую даже в детстве бывает заметно это. Причем заметно бывает, когда как бы такие качели со звездной болезнью, да, то есть когда человек говорит, я суперзвезда и завоюю мир, но очень боюсь написать хотя бы строку. Такое тоже бывает. И, наверное, замечали это. Великие прокрастинаторы часто страдают синдромом самозванца. Они боятся, например, книгу начать писать, там еще что-то делать. Это же что? Это опять страх известности зачастую. Потому что опять надо выйти к людям, где опять могут подвергнуть сомнению то, что ты делаешь. Но с бессознательными страхами может работать только специалист, это понятно, сам человек не в состоянии это сделать. Но вот таким выталкиванием себя, я говорю, то есть можно заниматься. То есть первое – это признание мастерства и понимание того, что все-таки вы признание своих вот этих завоеваний качественных и своего профессионализма, и это признание мастерства, оно, конечно, приводит к уважению к другим людям. Вот это надо осознать. Это не значит, что вы выпячиваете себя, потому что есть такие установки, иногда человек говорит, я не буду выпячиваться. Но дело в том, что он нужен людям. То есть, потому что он почему-то там, у него есть эти качества. Я в таких случаях говорю людям, я говорю, послушайте, вам Богом даны способности, а вы этого не показываете. Я говорю, это прямо оскорбление Бога. То есть должен быть человек, который поможет это Ну, понять. Если не поможет, то хотя бы я надеюсь, что передачу нашу посмотрят люди, или просто где-то прочитают, или получат поддержку от других людей и осознают это, потому что это очень важно. Потому что наши таланты нам даны не зря, мы член социума. И мы таким образом приносим невероятную пользу, если реализуем свои таланты. Эти таланты будут признаны. Мы таким образом показываем пример другим людям. Это большущий плюс. Угу. Вот. И поэтому эти страхи бы надо преодолевать, потому что это несет социальную пользу. Вы понимаете, вот каждый суперпрофессиональный человек, который лишает людей любования, что ли, или работы в его профессиональном, что ли, поле, он таким образом мешает развитию. И освобождает дорогу некомпетентным, кстати. Дай дорогу дураку называется. Я так объясняю, как перч. Когда работаю с брендом, я говорю, ребят, если вы суперпрофессионал, не будете светиться, во-первых, люди не будут знать о ваших услугах действительно замечательных, а во-вторых, вы просто дадите место некомпетентным людям. Учтите, святое место пусто не бывает. Поэтому вот вы и говорите, что там, вот оно в поле там, информационном, зачастую там люди проявляются, да, некомпетентные. Да, компетентный человек, ему некогда порой это делать. Он работает, заставляет себя нанимать людей. Ему надо помочь. Ну, конечно. Понимаете, говорят там часто, помогите там людям, помогать надо талантливым людям. Бездарность добьется своего обязательно и пробьется обязательно.
То есть, причем не обязательно там тихим и громким. Бывают громкие одаренные люди. Такие есть. Они тоже понимают это свое право, и они берут это. Тут не надо думать, что только там люди некомпетентные обязательно это делают. Некомпетентные часто, но людям компетентным это просто нелегко. То есть они всегда преодолевают препятствия, потому что они осознают степень незнания. Им приходится преодолевать, что-то делать. Ну и также еще есть момент, знаете, вот часто синдром самозванца по привычке испытывают люди, которые все время заняты работой. Ну, например, там талантливый врач, он же загружен вот так. Там психолог нормальный. То есть эти люди загружены постоянно сейчас. И поэтому вырвать там время даже вот на какое-то отдельное обдумывание этого даже, да, то есть чтобы вот сесть и подумать, вот я профессионал. Но это, тем не менее, важно. Я вот поэтому призываю даже людей каким-то получением профессиональных наград и так далее, чтобы вас люди видели. Потому что обычно такие люди, они какие-то такие интересные вещи выдают. Как можно, кстати, распознать, человека действительно самозванец или у него синдром? Человек с синдромом самозванца, он очень профессиональный. Он обычно выдает такие вещи, которым ты изумляешься. Ведь по большому счету практика, она дает такие примеры, которые не придумаешь. Если, наверное, замечали, вот инфо-цыган, как отличить от реальных там практиков, которые работают. У реального практика пример такой, вот как если поглубже покопаться, вот там, например, поговорить, который просто невозможно как-то вот притянуть за уши и изобразить. Жизнь дает такие примеры, где невозможно выдумать. Или смысл какой-то вытаскивать, знаете, вот прям хоп, и там сакраментальный смысл невероятный. Я читала о том, что синдрому самозванца подвержены в основном новички в каком-то деле, молодые специалисты, там вот вчерашние студенты. Не всегда. Хотя казалось бы, ну хотя казалось бы, новичку простительные ошибки. Наоборот. Наоборот? Несет от молодых. Есть среди молодых такие, есть, когда личностная какая-то проблема есть действительно зачастую. Но есть и наоборот, как мы уже говорили, вот есть некомпетентные люди, которые как бы не понимают. Как раз наоборот, почему говорят, инструктируйте молодых, они могут не осознавать степень своей некомпетентности. Ну, я вот, например, тоже помню, что мне казалось, я многое могу. Страшно было, то есть думаешь, а как же там надо все-таки там покопаться побольше. Но в то же время вот эта звездность, она тоже. Ну, есть люди, у всех же раз своя механика освоения. Бывает, что ты чуть-чуть что-то сделал. Я вот помню, провела первое социологическое исследование. Я себе оказалась богиней социологии вообще. Оно было успешным, правда, но очень. То есть меня, там, мы статью сделали хорошую на эту тему. Но все равно мне казалось, что я уже все там поняла. Вот. И сейчас, когда я там на 50 с лишним лет, и я там думаю, что там еще огромное поле неосвоенного, то, конечно, тогда я такого не могла подумать. Это же защитный механизм в каком-то смысле, понимаете? Вот эта звездность тоже. Ну, не звездная болезнь, а именно ощущение того, что ты можешь. Дело в том, что если бы люди этого не понимали про себя, то они бы не смогли ничего освоить, понимаете? Это же вот даже вот этот вот эффект Даннинга-Крюгера, это же не укор. Просто мы проходим через эту стадию, понимаете? Мы просто в какой-то момент должны же почувствовать, что вот мы смогли, мы молодцы. Еще, знаете, есть один фактор, влияющий на синдром самозванца, вспомнила, читала исследование по поводу локус контроля, так называемого, это уровень субъективного контроля. Это что такое? Это то, где человек локализует ответственность за собственную жизнь. Вот он тоже влияет на синдром самозванца, на его проявленность. То есть если вы считаете, вы интернально считаете, что вы владеете своей жизнью и ей распоряжаетесь, то у вас, скорее всего, синдром самозванца все-таки будет временно выражен, но не очень сильно. Если вы считаете, что у вас локус контроля извне, вы экстернально, то есть считаете, что за вас как бы отвечают все, там кто угодно, там родители, там все, то есть президент, начальник и так далее, то, скорее всего, это повлияет негативно на проявление синдрома самозванца. Он будет более выражен. Тут может возникнуть, кстати, вопрос, а как же вот верующие люди? У них, наверное, же внешнее, ничего подобного. Это никак не связано с верой. Вот люди, которые считают, что они несут за всю ответственность, они считают себя руками Бога. То есть, что они продолжают все, их руками все делается. А те, кто, все-таки считают, что вовне вот этот локус контроля, они, полагают слепо на это, не считая, что они выбирают что-то в жизни и на что-то влияют. Вот все же, если говорить о том, что воспитывать, наверное, у себя вот эту вот ответственность за свою жизнь.
Это, кстати, изменяющаяся величина. То есть люди, ну, вот с этим уровнем субъективного контроля во многом есть предрасположенность, но не рождаются все-таки. Это меняется в жизни. Угу. Есть предрасположенность некоторая, но, тем не менее, в целом это может меняться, если мы прилагаем усилия к своему росту. Как научиться прощать ошибки себе свои? Я тоже читала, что это один из признаков. Это один из признаков, да, когда мы зацикливаемся на ошибках. Вот эта зацикленность на ошибках, да, такая. Но она вот, во-первых, от этого. То есть, во-первых, понять, что все ошибаются. Ну, мы знаем, что не ошибается только тот человек, который не делает. И здесь, наверное, я повторю эту схему. То есть, во-первых, признать, что то, что ты делаешь, полезно. И увидеть положительные плоды своей деятельности. Тогда и ошибки будут казаться менее значимыми. Получить поддержку от других людей. Ну, то есть прям признание, спросить их об этом. Или опираться на тех, кто тебя поддерживает, а не на тех, кто негативен. Тоже, вы знаете, есть такое, ой, вот негативно сказали, давайте я на него сориентируюсь. Ребята, у тебя масса поддерживающих тебя людей. Может, те, кто негативен, плюнь на него и все. Ну, мне кажется, этот принцип хорошо работает. Я вот, кстати, считаю, что да, в российской реальности мы привыкли зацикливаться на замечаниях. И действительно, отчасти в России есть в культурном коде такая тема, что мы готовы там дорабатывать все бесконечно. В этом есть свой плюс. Потому что у синдрома самозванца есть какой плюс? Мы все тщательно исследуем, смотрим, правильно ли мы что-то делаем. Это, кстати, я не скажу, что это прям совсем плохое качество. Но мне кажется, здесь его надо преодолеть просто для пользы социальной. И человеку надо тогда уж, если он нацелен на внешнюю оценку, тогда уж подумать об этой социальной пользе. Ну и, конечно, если это глубокое травмирование какое-то, то обратиться к специалисту. Это вот как раз то есть, когда ты просто, стремление ну, когда быть перфекционизмом. Ну, когда да. ты просто профессиональным являешься, оттачиваешь мастерство. На стадии оттачивания мастерства это полезная история, конечно. Но там есть просто некоторые ощущения неуверенности. То есть, когда ты раз смотришь, то есть надо там все-таки вот это вот доделать. Но здесь это же можно не обязательно в синдроме самозванца может выражаться. Это же может выражаться в определенных принципах, но тоже поделюсь, вот у нас, вот, например, нашим принципом в моем коллективе введен этот принцип, является принцип улучшения качества. То есть ты никогда не должен быть спокоен. Вот если ты что-то сделал, то подумай, как это улучшить. Ну, потому что жизнь не стоит на месте, она движется, именно поэтому это позволяет нам развиваться, а как иначе? То есть то, что было хорошо вчера, оно уже не будет хорошо завтра. Потому что иначе ну, можно, да, там сесть и просто там в процессе зависнуть. Нет, конечно. На это мы должны обращать внимание. Это, конечно же, понимание результата, которого ты достигаешь, и его адекватность. Но как раз замечу, что адекватность результата, она мешает синдрому самозванцу. То есть мы как бы становимся адекватными. Тут же как? Синдром самозванца уже о чем? О неадекватности своего профессионализма и этой оценки. То есть, когда мы реально не умеем, ну, это нормально, когда мы чувствуем себя некомпетентными. Это нормальная история, это адекватность. А когда человек уже мастер, а, например, считает, что он все еще там такой какой-то скукоженный и так далее, ну, для меня это, я говорю еще раз, я говорю, это оскорбление вашего творческого какого-то начала. То есть, когда таким образом человек даже неприятно выглядит, особенно женщина, кстати, когда там сидит, ой, да я ладно, я-то чего? И это настолько какое-то вот, как сказал тоже один мой коллега, он говорит, вы знаете, от таких женщин веет какой-то безысходностью, с ними не хочется иметь дело. Вот они-то думают в этот момент, что они женственные, там уступают место, там типа мужчине. Он говорит, вообще, то есть, на мой взгляд, он говорит, это безответственность. Я согласна с этим мужчиной. Лена Закировна, ну, наша программа подходит к концу. Давайте вот в завершение еще раз проговорим, как помочь справиться. Еще раз. Во-первых, диагностировать. Отработать моменты, связанные с каким-то с диагностикой адекватности. Найти экспертов, которые вам об этом будут все время напоминать. Я, видите, все новые и новые меры нахожу. Обратиться к специалисту, если это ваш травма, признать это. Попробовать воспитать в себе все-таки вот эту ответственность за свою жизнь. То есть и понимание социальной пользы того, что вы делаете. То есть все же увидеть стратегическую пользу от своего дела. Ну, то есть, как всегда, признание специалиста, если надо, и все, что можешь, делай, как можешь, потому что в данном случае это твоя миссия. Признает как долг справиться с синдромом самозванца. Спасибо большое. Ну что ж, синдром самозванца основан только на нашем, вашем мнении. Это субъективный внутренний, да. А не объективный внешний процесс. Значит, каждый в силах его преодолеть. Это была программа «Разговор по душам». Всего доброго, до свидания. До свидания.